Тагильским выпускникам, чьи результаты ЕГЭ по английскому языку официально пересмотрели в Москве, до сих пор не исправили оценки. Между тем, до зачисления в ВУЗ на бюджет остается всего один день. Обновленные эссе, они пересмотрены, и детям объявлено, детям и их родителям объявлено, что баллы добавили детям. Но, значит, до сих пор в личных кабинетах ничего у детей не появилось. Вот, и заканчивается уже поступление, подача документов. Напомним, тагильские школьники получили 0 баллов за эссе, которое являлось одной из частей ЕГЭ по английскому языку. Выпускникам объяснили, что они не раскрыли тему сочинения, которое звучало как ранний выбор карьерного пути, ключ к успеху. Как рассказывают родители, проверяющие посчитали, что если в каждом абзаце не употребляется слово «успех», то это не соответствует заявленной теме. Были и апелляции в конфликтную комиссию, но результата это не дало. Там продолжали настаивать, что тема не раскрыта. Обращались родители в Рособорнадзор. Результаты отдельных работ в итоге были пересмотрены. Завтра начинается первый этап зачисления вуза на бюджет. Это значит, что выпускники могут лишиться шанса получить высшее образование бесплатно. В надлежащих органах обязуются исправить неточности, но когда – вопрос нерешенный.